Кусочек металла, который вы дали Корнеллу, был деталью прибора для проверки скважин. Выбрасывать радиоактивные материалы запрещено. Но это случается. И что нам теперь делать? Все, кто держал его в руках, должны пройти курс лечения от лучевой болезни. У Тедди он просто лежал на коленях в полете. Как это лечится? Переливанием крови. И мы попытаемся восстановить водно-электролитный баланс. Корнелл получил большую дозу. Это все равно, что 70 тысяч раз сделать рентген груди. Радиация уничтожила способность его организма вырабатывать лейкоциты. Поэтому он и не может побороть эту инфекцию? Да. Его спасет пересадка костного мозга. Мы сделали позитронную томограмму, которая показала, что у него кавернозная ангиома.